Ситуация немножко изменилась по сравнению с то, что было в начале года. В начале года ожидания были достаточно оптимистические у игроков рынка, ну, у рекламодателей, скажем так. По итогам по первой полугодии как бы многие посмотрели, пересмотрели бюджеты. Не все, конечно, но некоторые из клиентов, с которыми мы работаем, уже видели, что те планы, которые они строили в начале года, не осуществляются. Поэтому они пересмотрели свои планы до конца года. А год еще не закончился, еще впереди октябрь, ноябрь, декабрь, то есть мы еще ожидаем кое-какие изменения. То есть если подытожить, оптимистическое начало и немножко сейчас реальность уменьшила все наши прогнозы. Очень сложно прогнозировать в Украине, а тем более за ситуацией в мире, которая сейчас и в Европе. Мы видим, что там творится. Поэтому хочется верить, что мы будем стабильными. Хочется верить, что рост рынка будет дальше, ну, что рынок будет дальше расти. По нашим анализам, если не будет конец света, если не будет экономической кризы, и если все будет идти, как оно идет сейчас, и учитывая Евро-2012 и те выборы, которые планируются, то мы предполагаем, что рынок может вырасти на 10-15% в телевизионный рынок в следующем году. Учитывая, что бизнес клиентов уже не растет такими большими темпами, как раньше рос. Но все равно как бы мы рост пока видим. Очень интересно всегда встретиться с коллегами, очень интересно услышать их мнение, конечно, полезно. И как бы, спасибо за вашу инициативу, и, пожалуйста, делайте это чаще.